Посетил учебное заведение губернатор не случайно. Университет имени Василия Шукшина – кузница преподавателей. К тому же студенты принимают активное участие в федеральных и региональных проектах. Во-первых, я очень рад сегодня быть в Бийске, здесь, в нашем государственном гуманитарно-педагогическом университете имени Василия Макаровича Шукшина. Он вуз у нас на хорошем счету, известный вуз Алтайского края, очень много выпускников, которые уже сегодня работают в системе образования на разных ее уровнях. Студентам педагогического есть что представить губернатору. Они разрабатывают свою модель наставничества и внедряют ее в образовательный процесс. Мы запускаем новый федеральный проект «Наставники в воспитании студенты», где очень важную роль будут играть студенты именно в профориентации школьников. Наставниками будут являться в патриотическом, духовно-нравственном воспитании школьников и молодежи нашего Алтайского края. Среди активных студентов и Александр Бушуев. Он представил новаторский проект, который должен разрушить сложившиеся стереотипы о молодых педагогах. Будущий учитель, студент 4 курса, активно внедряет разработки на практике, ведет занятия у школьников. У меня был наставник, моя учительница по русскому языку и литературе в школе очень многое мне дала, привила мне действительно вот эту любовь к чтению литературы, как зарубежной, так и отечественной. И русский язык, он настолько засел в душе, что я стал его более глубже изучать. Все педагоги Алтайского края. Торжественное мероприятие плавно перешло в актовый зал. А перед этим Виктор Томенко дал поручение поддерживать студентов не только на словах, но и подготовить систему материального поощрения для будущих педагогов. Олеся Бедрева, Андрей Сигаев, «Будни». Не оценить вклад в развитие краевой системы образования.